Всем привет, дорогие друзья, с вами Ваня Плей. И сегодня мы будем играть в игру под названием Save the Husband. Husband. Короче, убеги от своей жены. Давай посмотрим, что это за игра. У них тут 4 пальца вместо 5. Ладно, не будем разбираться. Давайте начнем. Немножко тише сделаю, тут громко так. И она увидела и побежал. Короче, он целуется с другой. И пришла и она, и ее папа, и разозлилась, и он как-то хочет убежать. Давайте вот это вот. Это ж логично. Закрутить шланг. Нет? Почему? Давайте немножко еще чисто сделаю. Что вообще орёт? Почему не работает? Я не понял. Ладно, доску давай попробуем. Доска может вверх подняться. Ладно, какая разница? Нет, тут логики вообще нет. Так, давай электроящик, там уже можно что-то подключить, чтоб не было. А, нет, мы убили с током. Гениально. Давайте тогда свет. Хотя это логично, что я сразу... Да, что это за масло? Ладно, не буду. Так. Играем дальше. Что у нас там еще? Нужно открыть. Давайте ключом, это логично же. Давайте ключом. Нет? Не работает? Да вы издеваетесь. Все логичные вещи тут не работают. Давайте вот этого. Open Sesam. Все. Level completed. Так. Так. Лом давай. Не знаю, для чего... Ой, чё ты наделал? Ладно, давай тряпку. Ну хорошо, даже дыру заделал. Так, давай попробуем сказать приколу. О, хелп. Нет, не помогло, да? Давайте бластер. Бластер, бери бластер. Бах-бах-бах-тарабах. Да, все. Хорошо, давайте. О, мы теперь поднимаемся на лестнице. Давайте. Куда мы поднялись? Вот сюда, да? Давайте попробуем на ноге по приколу. О, мы упали. Ладно. Давай вот это вот. А что он сразу улыбается, когда катается так? Ладно. Это логика игры. Дальше. Так, телефон или... Давай вот этот бачок. Это ж логично. Оно только поможет. Что? Огонь усилился. Так вообще не действует закон прибитки. Ладно. Давайте телефон по приколу. Так, у нас есть телефон. Так, набираем какой-то номер. Кнопочный, правда, из 1082 года. Да, ну ладно. Так, что дальше у нас? Все, мы прошли левел. Так. Ливка, давайте, здесь есть кнопка и лом, давай кнопка. Кнопка нам поможет открыть. Что? Нет? Вы издеваетесь? Так, это лифт же. Ладно. Так, это что? Лом, давай, лом. Шандарахнули, и открылась дверь. Гениально. Level completed. Гениально, давайте дальше. И все, это вся игра. Ладно, я еще какую-нибудь игру найду у себя. Погодите. Итак, я для вас нашел бонусную игру. Называется Smashing Completer. Smashing Completer, я не знаю, что это. По-моему, мы что-то будем рушить. У нас есть Smashing Completer, Smashing TV, Smashing PSP, Smashing Mobile, More Funny Games, Exit Game. Давайте Smashing Completer, а потом разберемся со всем другим. По очереди будем, да. И тут очень много всего, короче, конечно, по-моему. Так, никакой константы нет, да? Ошибка у нас выдает. И что мы должны делать? Куда нажимать-то? О, сюда нажимать. Ну и что, нажимаем. Давайте. Бьем.
Так, мышка, 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 мышка. Все, мы разбили. Так, теперь на, вот, не. Теперь мы разбиваем системный блок, а потом уже рабочий стол. У меня такая идея просто. Так, давай, не, разбивайся, говно старое, не работающее, не. А, игра, кстати, на Android, если вы подумали, что это флеш, нет, это на Android. Бах, бах, на, бах, на. Бах, тарабах, бах, тарабах, бах. Все, мы сейчас разломаем. Давай, ломайся. Да ломайся ты уже. Все, наконец. Бах, бах, на, говно старое. На, не работающее. На, все. А, давай, все, рушу. Системный блок. На. Давай. Нифига себе. Давай, разбивайся. Все, ты будешь взорваться. Ты же должен взорваться. Взрывайся. А, не, пусть не будет. Так, бьем это. Все. Все, мы тут уже все разрушили. Давайте следующий. Smashing TV. Так, что это? А, мы должны... Давай сейчас я запущу спидранинг. Ох, мои пальцы так болят от этого, ладно. Smashing PSP. Спидран. Так, а что это play? А, это рестарт, ладно. Smashing Mobile. Мобила какая-то из 1982 года. Все. Точно все. Все, это вся игра. Ну, что сказать, не знаю, как вам. Давайте на этом заканчивать. Целых две игры вам подготовил. За это уже надо проговорить. Короче, мой скоро канал будет на Ютубе, так что ждите и подписывайтесь, будете подписываться, молю вас. Да, мой канал будет называться Артём Плей, потом я перезалью эти ролики, но вы даже не заметите, я просто создаду канал и перезалью эти ролики на этот канал и все. Так что увидимся в следующий раз. Всем до скорой встречи, всем пока-пока.